дорогие друзья, мы сегодня с семьей приехали на хутор. Сегодня сейчас вот растопим печки. Мы делаем так всегда, приезжаем, сразу начинаем топить печки. Растопим печки, будем доделывать курятник, потому что куры уже... Живут у меня куры, козы и собака. То есть вообще коммунальная квартира у них. Осталось уже немного, за сегодня, я думаю, мы управимся. И начну обшивать ДВП-кухню, подготавливать стены для поклейки обоев. Оставайтесь со мной. Что у нас осталось делать по курятнику? Вот мы были, муж сделал такой заборчик здесь с калиткой, чтобы подгородить. Вот, это уже готово. Здесь вот я натянула такие веревки по всему периметру, потому что забор низкий. И куры будут перелетать. Крылья я им, конечно, буду обрезать, чтобы не летали так. Но все равно вот и с соседями тут забор низковатый. Поэтому вот по всему периметру я натянула такие веревки. Если будут перелетать, буду что-то другое придумывать. Пока что так. Здесь уже, в принципе, выгул им готов. То есть он довольно-таки большой. Я думаю, что места им хватит. Вот такой вот он. Получается длинный, за всем сараем. Здесь что-то сделать. Здесь вот я посмотрела, оно было просто привязано. Вот веревкой. Веревка перегнила. В общем, я, наверное, тоже выровняю. Привяжу. Ну, привяжу, может, уже проволокой. Ну, высоту, наверное, оставлю такую же. Загоражу им, чтобы они не вылетали. Сегодня сделаю вот здесь вот им. Это что касается загона. Так, вот здесь вот мы сделали порожек, был сгнивший. Мы сделали порожек. Но надо сюда вниз что-нибудь еще вкопать. Буду вкапывать или кирпичи, или камни. Что-нибудь такое вкопаю. Здесь внутри, в принципе, уже все готово. Осталось добелить, но побелку я не взяла. И вот здесь вот сверху надо зашить. Пока еще я не придумала, как это все сделать. В общем, буду думать, придумаю, зашью. Не придумаю, значит, переберусь в другое место, чтобы позашивать вот эти щели. Их тоже надо зашить, чтобы не было. Ну и, в принципе, все. А, еще мы вот здесь вот были щели. Тоже пооббивала вот между крышей, получается, и брусом были щели. Тоже забили их досками, чтобы не было. В общем, вот так. Вот. Такой план у нас сегодня по курятнику. Вот этот столб, он, наверное, он здесь и был. Вывалился. Я его попробую. Попробую как-то поставить, наверное. Надо его перевернуть. Походу. Он, правда, гнилой. Попробую его поставить на место. Нет, он все-таки не отсюда. Может, сюда заходит, а там... Вот откуда. А видишь, там подъезд специальный. Да, тут уже разваливается все. В общем, надо как-то вставить его сюда. Ну вот, здесь я поставила столб, немного загородила. Здесь забью еще досками, еще сюда. И вниз, я не знаю, тоже надо что-нибудь поставить. Снизу здесь. И все, одно дело будет сделано.
две дощечки готовы. Сейчас вниз поставим что-нибудь. Ну, вот так я загородилась. Привязала. Держится. Ну, она, в принципе, вот на этом дереве, на пенечке опирается. Здесь прибила столб. Две доски. А внизу там была щель. Я ее заставила блоками. Ну, я думаю, что все. Куры не... Пролезть куры не должны. Оставайтесь с нами. Вот так вот я обшила стену здесь. Если помните, здесь были большие дыры. Я их позашивала. Вот здесь вот еще есть, но она, в принципе, не критичная, эта дырка. Здесь я обшила и обнаружила вот такой вот ход внизу туда, прямо в курятник. Буду разводить раствор. И сделаю, ну, заложу камушками, раствором залью. А мы же заскользим. Вот этот потолок, он весь прогнил. Надо его снимать, потому что доски торчат туда в курятнике, я не смогу ничего там зашить. Ой! Падаю. О, здесь еще сверху много всякой всячины. Будем пытаться сейчас это достать, потому что по-другому никак не получается. Цепи. Вот. Заслонка, печь. Почистить ее. Снимай. Коса. Коси коса, пока роса. Пролазит. Он пролазит. Не знаю, как это. Затянули сюда. Фу, все в глаза. Фу. Так. Оля, становись на стул, я оттуда подпихну. Освободили, сняли. Трухля. Все доски трухлявые. Пару штук только нормальных. Вот. Выпала тут кожа ежика. Не знаю. Либо кто-то съел его, либо он сам сдох. Но вопрос в другом. Мог ли ежик забраться на крышу? На чердак? Скорее всего, что его кто-то туда заволок. Ну ладно, это не суть. В общем, я придумала, как обшить. С этой стороны я набью такие вот брусья, досочки. Досочки набью. А к ним уже буду подшиваться, чтобы вот это вот зашить, чтобы этого не было. Сделать перегородку. Ну вот так вот я зашила. Сверху здесь щели. Щели, конечно, еще остались. Но пока останется так. Зашила досками. Здесь я вкопала камни на глубину. Оказывается, что здесь уже обороняли курятник. И здесь тоже вот вкопаны. Здесь тоже вот вкопаны уже камни. Куски шифера вкопаны. Я начала копать, а оно вот... Шифер там попадается и камни. Поэтому оставлю так. Здесь с этой стороны не буду. Не стала копать, копала там. Изнутри выкопала, ставила два камня. Ну, то есть
Я думаю, что в принципе мы уже все, что могли, как могли, так защитились. Ну, если влезет, значит уже все. Без вариантов. Сегодня такая погода замечательная. Солнце светит. Дети вон валяются на покрывале. Красота. Тепло. У нас сегодня плюс 19 градусов. Поют птички. Вот мы разожгли костер. Сжигаем ветки, мусор. Я думала, что пойдет в дом ДВП обшивать кухню. Но, скорее всего, нет. У нас вот здесь вот возле сарая беспорядок. Надо это все будет поубирать, навести порядок. Хорошая погода. Возможно, потом будут дожди. Поэтому займусь здесь уборкой. Будем здесь убирать. Еще хочу вам показать вот большой сарай. Здесь у меня будут козы. Он огромный, по-моему, 7 на 7 метров мы меряли. Точно я не помню, но приблизительно 7 на 7. Тоже, конечно, есть дыры. Дыры надо заделывать. Вот здесь гнилое все. Вообще дыры огромные. Но я думаю, в принципе... Вон, смотри. О, что же вообще. Все. Заходи. Не хочу. Но для коз это не страшно. Думаю, если куница даже сюда залезет, в этот сарай, то ничего не станет. Здесь пока я не буду ничего делать, то есть все как есть. Вот так вот и завезу сюда коз. Пускай ходят. Тут, конечно, планировалась и перегородка, и отсеки для новорожденных, и родовая для коз, так, ну, отдельное место, чтобы они спокойно, их никто не беспокоил. Но нету сейчас времени. Пока завезу так. Козы мои, они от меня далеко не убегут, будут ходить за мной, поэтому я не боюсь, что они куда-то сбегут или что. То есть буду завозить сюда, и уже будем на месте, что-то тогда будем продолжать делать, доделывать. Ну, места им хватит, тут воля. Наводим порядок совместными усилиями. А Сева разбирает телевизор. Вот девчонки тащат в сарай большие эти доски, которые мы поснимали оттуда сверху с крыши. Мама, не получается. А у Севы не получается разобрать телевизор. И отлёткой пробую. Нет. Дружно вместе быстренько наведем порядок, и будет красота. Вон Рита уже совсем разделась. 15. Да. Пока девчонки наводят порядок, я все-таки начну прибивать ДВП. Вот на этой стене. Начну, наверное, отсюда. И пойду туда, в ту сторону.
краски пола. Буду потихоньку красить. Начну с этой маленькой комнаты. Тут, в принципе, ну, такой страшноватый пол. Надо покрасить. Краску я нашла здесь. Краска еще производства БССР. Ну, попробую. Буду обновлять. Сейчас пройду плинтуса, а потом валиком закатаю пол. В общем, с покраской потолка, ой, пола у меня не вышло. Что-то она какая-то вообще, если видно, она тут одна банка разных цветов. В общем, лишь бы что. Надо будет покупать краску и перекрашивать. Я уже бросила, потому что, ну, нет смысла. Вот такая вот краска была. Так что вот все. С покраской все. С покраской все. ДВП я только два листа немножко прицепила. Потом буду прибивать. А, вот, хочу похвастаться. Вот здесь, в этой комнате, мы уже начали клеить обои. Уже почти доклеили. Уже почти доклеили. Вот насколько комната стала светлая, другого цвета. Клея не хватило. Да, у нас закончился клей. Не подрасчитали. И обои. Не хватило одной рольки. Так что вот оставила так. Но уже насколько уже приятно зайти в эту комнату. Так что все. Процесс почти закончен. Ну, вот здесь вот пару полос приклеили. Здесь, ну, немного не хватило. В общем, будем доклеивать. Ну, а здесь вот этот... Страшный пол. Пол в самом деле ужасный. Ну, я, если честно, ни на что хорошее и не рассчитывала. Потому что краски этой столько лет, что... Удивительно, что она вообще красила. Так что вот так вот. Вот так вот. Потолок тут покрашен. Все, супер. Печку вот натопили. Печка тепленькая, хорошая. Тепло идет. Ну, вот и обои. Доклеятся обои, и все, и будет переезд. Двери уже тоже мы покрасили здесь. Мы их выносили, потому что очень сильно краской воняло. Выносили вот сюда. Двери покрашены. Осталось их только повесить, ну и доклеить. И все, и будет у нас переезд. Здесь, конечно, страшно все. Но зато там уже приятно. Ничего. Я думаю, что потихоньку, постепенно, вот будет чистая одна комната, где можно будет детям отдохнуть, полежать. А здесь уже будет делаться. ДВП обошьется, полы тоже покрасятся. Надо будет уезжать отсюда, прежде чем красить. Тут вообще пол. Я... Вот какой супер пол. Не знаю, как... Как буду красить? Будем красить. Это самый такой вариант. Потому что если линолеум застелить, под линолеумом пол будет гнить. Сгнивать. Поэтому будем красить. В общем, надо покупать половую краску. И вперед. Здесь еще у нас люк вот в подвал. Тоже он такой разбухший. Выступает. О, насколько надо люк делать один. Второй люк тоже здесь есть. Но он еще более-менее. Но тоже надо переделать. В общем, два люка переделать. Работы хватает. Будем потихоньку делать. Ну, уже. Вот там уже хорошо. Вот, дорогие друзья. Закончился еще один день на хуторе. Что-то у нас получилось удачно. Что-то не очень, как, например, с полом. Честно, я даже расстроилась немного. Но ничего, это в принципе. Но зато мы всей семьей побыли на свежем воздухе. Довели до ума курятник, начали прибывать ДВП, прибрали
возле сараев все повыносили, перед домом немного прибрали. В общем, день у нас прошел плодотворно. Оставайтесь на моем канале Дереза, подписывайтесь, поддерживайте, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик и ждите следующих выпусков. Пока-пока!